Привет, с вами Хедин, и в этом коротком видео я покажу пример того, как на 4-километровых торпедах советского эсминца «Гневный» можно пользоваться аж на 6 небольшим километров. Честно признаюсь, когда я проделывал это в бою, мне самому было интересно, хватит хода торпед или нет. Но попробовать все равно стоило. Итак, в момент пуска торпед видно, что до вражеского эсминца 6,1 километра. И получается, что я ухожу от него, а он идет на меня под небольшим углом. Его максималка 38 узлов, плюс, если я не ошибаюсь, он идет на форсаже, так как дым из трубы валит нехило, и поэтому расстояние между ним и торпедами стремительно сокращается. И как итог, он благополучно ловит две торпеды, в самый последний момент пытаясь от них уклониться. Возможно, кто-то скажет, что это и так каждому понятно, что можно кидать торпеды на ход, но в основном это делают на японских эсминцах, где ход торпеды больше в разы, и соответственно у врага больше времени, чтобы сблизиться с торпедами. Тут же мы, если можно так выразиться, увеличили на коротких торпедах их ход в 1,5 раза. И на этом все. Я буду рад, если это кому-то окажется полезным. Всем удачи, всем побед и тонны дамага. Пока!